На острове Свободы нет свободы демонстрации. В Гаване в понедельник утром по местному времени женское подразделение кубинской полиции разогнало группу женщин, требовавших освобождения политзаключенных. Их называют «женщины в белом», они жены и близкие узников кубинских тюрем. В 2005 году стали лауреатами премии Сахарова. В центре Гаваны они собрались, чтобы передать письмо с требованиями новому кубинскому лидеру Раулю Кастро. После того, как брат Фиделя в феврале занял пост главы государства, на Кубе были отменены многие запреты. Конечно, политических послаблений пока нет. Кубинцам разрешили покупать импортную электробытовую технику в специализированных магазинах, отдыхать в отелях, которые ранее предназначались только для иностранцев. Они могут обзаводиться сотовыми телефонами. Был также снят ряд ограничений для желающих совершить поездку за рубеж. Thank you.